Ну что, друзья, давно мы с вами не говорили про вездеходы. Сегодня у нас вездеход, как бы, с одной стороны, необычный, а с другой стороны, совершенно обычный. Вот Питцгауэр трехосный. Как бы знакомая техника, ничего особенного, да. Но! Есть большое но. Сейчас я поснимаю вокруг, все похожу. Так сказать, впечатлюсь, а Станислав все озвучит, где что, какие агрегаты, какие узлы, какие что поставлено. Вообще, работа проделана в нем колоссальная. Изначально это был вот такой стандартный Питцгауэр 712 из австрийской армии. И в процессе доработки мы его превратили вот в такой автомобиль, про который мы подробнее расскажем. Вот здесь видно два шасси Питцгауэр, уже снятые кузова. На этом снят двигатель, потому что будет устанавливаться дизельный двигатель. Здесь уже полуразобранные бортовые, сняты так называемые лапы за бортовым редуктором, потому что в нем будут сверлиться отверстия для центральной подкачки и подготавливаться к дисковым тормозам, доработка будет. Дальше вот это все будет разбираться, меняться сальники, подшипники, всякие специальные втулки. Рама будет пескоструиться и краситься, тормозные шланги будут меняться, двигатель тоже будет весь чиститься, приводиться в порядок, проходить инспекцию перед тем, как установлен будет заново. Машина на внутреннюю доработку, пока в шасси делается апгрейд, тормоза, подкачка и так далее. Вот этот автомобиль уже пришел из покраски. По заказу клиента мы сделали на нем защитное покрытие bullet liner с камуфляжем по дизайну, согласованному с клиентом. Дальше точно так же пойдет доработка. Здесь устанавливается дополнительная и штатная светодиодная оптика, бампер, лебедка, дуга, багажник. Немножко можно увидеть. Сделана полная обшивка, специальные влагозащищенные на резиновой основе ковролин. То есть все по периметру. Шумоизоляция, теплоизоляция. Сделана консоль. Здесь рация, музыка. Ковролин, не слишком ли это? Он такой, что его можно, он ничем не ободрать. Железом можно царапать, чем угодно. Вот. Он моется, чистится. Его можно шлангом мыть. Это специальный ковролин влагозащищенный. Вот. Соответственно, здесь вот сделана навигация, монитор, задняя камера и так далее. Все выводится. Сюда же будет интегрировано управление центральной подкачкой. Управление вот этой музыкой через этот монитор происходит. Здесь устанавливается электроусилитель. Вибаста установлена дополнительная, то есть тут много доработок в салоне по передней части и по задней части. Сейчас тоже расскажу немножко вкратце, что произошло. Есть такое полусобранное состояние, но так видно, вот кондиционер, причем кондиционер с люком, он может закрываться как антимоскитной, так и шторкой, и он дает холодный воздух и к водителю с пассажиром, и в этот салон. Вот. Дополнительные аккумуляторы установлены, лебедка для затаскивания грузов внутрь, столик сделан специальный. Вот там вот видно управление кондиционером, пультик вот висит, видно все. Выведены 220 12 вольт розетки. Соответственно, пол весь сделан алюминием, потому что тут будут таскаться тяжелые вещи всякие грязные. Здесь спрятан сейф для оружия, да. Здесь у нас холодильничек небольшой с морозильной камерой. То есть для таких вот дальних поездок все обустроено. В этом ящике с внешней стороны будет стоять генератор 220 вольт, 3 киловатта Honda. И, соответственно, вот эта вся клетка устанавливается после покраски на него сверху. А он сам устанавливается вот на то шасси. Вот для этого Питцгауэра, который у нас сейчас стоит за спиной, мы готовим систему центральной подкачки. Немножко расскажу, как она работает. Специальные фитинги SMC, японские, спрятаны, поворотные внутри. Проходит через бортовую. Здесь ничего не шевелится, не крутится. Крутится только вместе с полуосью вот этот вот элемент. То же самое заднее. Вот ступица, вот поворотный на двух подшипниках элемент. Проходит через вот эту бортовую. Вот сюда вот. И здесь выходит неподвижно трубочка. Все это закрывается крышками. А с обратной стороны это выглядит вот таким образом. Разъем
быстрый разъем, подключение колеса, все. В голландских стрип-клубах обычно за красной занавесочкой происходят интересные чудеса. Ну, я так по телеку видел, да? А тут... Ну а с баками у нас вышла очень интересная история. Есть такая поговорка: нет худа без добра. Мы как-то с год назад заказали у одной известной компании в России сделать нам баки под Mercedes, Isuzu и в том числе под Pescava. После канители несколько месяцев, в итоге мы ничего не получили, психанули и решили сделать все сами. Вот. В данный момент получилось так: мы сделали макет. Изготовили это для Pescava 710-712, командирская версия под дверь. Тут специальная ниша. Есть еще такая же версия, которая закрытая. Вот. После того, как мы изготовили макет, мы по ним собрали баки. И бак у нас получился 140 литров вместо 75 штатных. Алюминий, боковые стенки 3 мм, дно усиленное 5 мм. Все полностью под штатное крепление, ставится болтом в стандартные места. А теперь смотрите, самое неожиданное. Изначально предполагалось, что машина будет использоваться
для выезда на природу, в какие-то путешествия, был заказан, куплен дорогущий диван-трансформер специально вот по размерам Пинсгауэра, который там раскладывался внутри на все четыре стороны света, но заказчик потом поменял концепцию, пришлось сделать алюминиевый пол из профнастила, отделать стены специальным влагостойким материалом-карпетом, да, который, в общем-то, тяжело достаточно запачкать, хотя он внешне похож на ковролин, но это абсолютно не ковролин, сделать полную теплошумоизоляцию, алюминиевые трапы. И все для чего? Я не знаю, зачем заказчику этот экскаватор. Я могу предположить только для того, чтобы копать нефть и газ. Больше, в общем-то, нечего, как мне кажется, да? Мы привели в порядок этот экскаватор. Он был настолько ушатанный, все болталось, хрустело, скрипело. Невозможно было на нем даже повернуть вокруг своей оси. Полностью перебрали, сделали, также нанесли защитное покрытие Bullet Liner. И теперь Пинсгауэр является таким хорошим довеском к этому прекрасному экскаватору. Последний штрих в доработке этого Пинсгауэра – палатка iCamper, которая пришла уже после того, как мы сделали это видео.